Познакомиться с наивным искусством текстиля ивановцам предлагают в областном координационно-методическом центре. Там открылась выставка «Занинское рукоделие. Красота ковров Анфисы Пихтовниковой». В экспозиции представлено 11 удивительных панно пермской рукодельницы Анфисы Пихтовниковой. Автор выставки – двоюродная внучка Елена, привезла их в Иваново, чтобы познакомить жителей текстильного края с творчеством своей бабушки. Сюжет вообще придумывала она сама. Откуда она их брала, я не могу даже сказать. Из красоты родной природы, из каких-то своих впечатлений. Она не была профессиональной мастерицей, что ценно. Она работала почтальоном всю жизнь. И все, что она делала, она как бы делала по наитию. Поэтому вся эта коллекция – это наивное текстильное искусство. Все работы Анфиса Ивановна создала уже после выхода на пенсию. В тяжелые 90-е она находила материалы, распускала на нитки старые вещи. На одно такое панно уходило по несколько месяцев. Все они выполнены в стиле наив. Это одно из направлений примитивного творчества. В последнее время образцы наива вызывают большой интерес у коллекционеров. Очень, как правило, яркие, очень такие интересные картины. Отличить стиль наив можно, увидев, что там нет переходов цвета тени. Они как бы, ну, они не понимают этого, не чувствуют, как настоящие художники. Но у них все картины позитивные, вот все как одна. Потому что наивный художник всегда стремится передать мечту, передать тот кусочек рая, который он не обрел на земле, в своих полотнах. На выставке представлены не только ковры, но и плетеные половички, а также куклы ручной работы. Своим примером Анфиса Пихтовникова доказывает, что создавать интересные произведения искусства можно и без художественного образования. Главное – желание и вдохновение. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.